Моих не забрали, одноклассника Саню, Шрайнера, Михонина? Нет, Михонина, ни Шрайнера не забрали. Да. Антона Андреенко еще взяли, но его сейчас вернут в Казань. А, ну а куда они хотя бы поехали? В Алейскую тоже часть или нет? Ничего, они в Омске все. Их в Омске собирают, там много-много их уже. Где? Там аж размещать некуда, они в палатках все ночуют, их там размещают и все делают. У нас здесь половину, ну не половину, а там человек 7 уже от Казняков приехали. Первые 2 минуты сидели, уходить начали. Куда теперь уходить? Теперь уже призыв их уже кто отпустит, иначе по статье уже пойдут. У нас, блядь, артиллерия просто охуительная. Я вот сколько ехал, всю дорогу, все про свою артиллерию рассказывали. Тут такое не получится, как в фильме, вызываю огонь на себя. Они один промажут. Ну, наши, они часто стреляют, прям очень-очень часто, много. Только наши? Не знаю, ну, только они, не знаю, попадают, нет, а укропы, они редко стреляют. Но если они стреляют, они точно попадают. Понятно. Ага. Наши что-то какие-то порывы, что ли? Наверное, не знаю. Ну, их артиллерия ложит четко. Они прям попросту не стреляют. Просто так. Они подъехали, уехали, нахуй попали и сидели. Некоторые наши нервы сдают. Начинают ебать с привидениями стреляться. Там никого нету, он ярится сам от этого. Потом всю роту поднимает из-за этого. Все в окопах сидят полночи потом. Думают, что атака, блядь.